Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье сделал прогноз на матч-реванш между его бывшим соперником казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Думаю, Головкин выиграл первый бой. Это не был односторонний поединок, но ничью я не увидел. Канело отличный боец, сильный парень с сильными руками. Головкин же просто жесткий панчер, который идет вперед и давит на соперника. У него отличный стиль с прекрасными техническими навыками. Нас ждет интересный бой. Думаю, выиграет тот, кто будет более голоден до победы и лучше подготовлен. В последнем поединке Головкина я заметил у него признаки спада. В последних 3-4 поединках он уже не был таким бодрым, как 5-6 боев назад, но возможно, он лучше подготовится к реваншу. Посмотрим. Однако я не удивлюсь, если Канело устроит апсет, но мне кажется, что Головкин вновь заберет бой, сказал Лемье в беседе с журналистами.